Как зарегистрировать серийный номер к Доктор Веб мобильный бессрочный? Поздравляем! Вы стали обладателем лицензии на Доктор Веб мобильный бессрочный и получили от продавца серийный номер. Его надо зарегистрировать на принадлежащий вам email. Наберите этот адрес в браузере. Откроется страница регистрации и входа в личный кабинет пользователя. Укажите ваш серийный номер. Если у вас нет аккаунта на сайте Доктор Веб, создайте его или войдите в имеющийся аккаунт. После регистрации вы получите подтверждающее письмо. Если во время регистрации вы создали аккаунт, в нем будут логин и пароль доступа к аккаунту и к личному кабинету пользователя. Аккаунт на сайте Доктор Веб надо создать только один раз. С помощью этого аккаунта вы сможете заходить во все сервисы сайта Доктор Веб. Войдите в личный кабинет. В разделе «Мои подписки» скачайте и установите программное обеспечение Доктор Веб для Android.